Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, давай-ка начнем, наверное, с аренки. 15 карточек на жрицу. И сверху мы получаем с тобой вот такие карты. Прекрасно. Я, ребята, в бой. Там будет у нас 15 воблеров. Если я правильно понял, 15 воблеров. Окей. Так, давай-ка мы выберем с тобой, наверное. Ну, пускай будет этот отряд. Так уж и быть. Так уж и быть. Можно было, конечно, сразу их хлопнуть, ребята, с помощью нашего ползуна. Но сейчас его перебьют. Да, если бы его сразу бы выпустил бы, то не сдобровать было бы нашему противнику. Ну, сейчас фехтовальщик, ребят, разбьет. Идет, кстати, на полусогнутых. Фехтовальщик на полусогнутых. Ладно. Фиг не смеяться, ребят. Может, у него коленные суставы болят, кто его знает. Так, ну что, в магазине мы с тобой заберем, бесплатно щитобот. И тренировочка, друзья мои, конечно, тренировочка, забираем отряд. Так, глянем сразу, ничего здесь нету. А то, как обычно, забираем, а у нас там, бац, оказывается, кто-то уже готов на прокачку. Но здесь все честно было. Так, квест, какой квест-то? Посетите тренировочные острова. Это мы сделали. Ну что, друзья мои, погнали. Давайте смотреть. О, погоди, погоди секунду, погоди. У нас... Неужели друидка разыгрывается? Неужели друидушка разыгрывается? Радость моя. Ну... Я когда заходил в игру, ребята, было, блин, сообщение. Google не может подключиться к абоненту. Блин, похоже, придется, ребят, перезаходить в игру. Да, судя зависла. Так, ребят, я упертый, я зашел, но здесь, к сожалению, не друидка разыгрывается почему-то. Помогите девушкам отправить нежить обратно в могилы. Время битвы 3 минуты. Ну, ведьма мне не нужна. Ну, вот это вот название «Помогите девушкам отправить нежить обратно в могилы» мне понравилось. Я не пойду, друзья мои, туда. Не хочу. Ну, ведьма у меня есть, зачем проходить события, если... Все оно у нас есть. Ну, ради ведьмы, которая у тебя есть, проходить задание. Ну, сам понимаешь, да? Так что, давай-ка мы лучше с тобой... Что мы лучше с тобой? Мы с тобой лучше сейчас возьмем ниндзю и пойдем... Блин, там этот пришелец, правда, бесявый. Да-да-да-да-да. Он сейчас как... Блин, похититель вшивый. Не надо! А что-то прихватил? Клетка? Клетка всему голова, ребят. Ох, фехтовальщик ты, красавчик мой. Давай, наяривай. Разгоняйся, разгоняйся. Блин, вот это вот плохо. Вот плохо, этот пришелец бесевый. Никак он не раздражает, а? О, фехтовальщик разошелся, ребят. Фехтовальщик разошелся не на шутку. Ха-ха, клетку. В клетку мы его поймали, ребята. А нечего, прищелыга тут. Я его назвал бы прищелыга и бандерлога, ребята. Других слов на него нету, понимаешь? Недостойный, можно еще его так назвать. Так, ну что же, давай двигать дальше копытами. У тебя нет такого ощущения, что как-то тихо, а? Не? Я просто... Ну куда ты, ну? Ну, ниндзя его подбила. Правда, все равно он успел похитить. Ой! Воблер, друзья мои. Смотри, а он, ребята, промахнулся. Пришелец не смог поймать моего фехтовальщика. Как ни странно. Ну, это и хорошо. Это прям топово. Прекрасно, друзья мои. Ну что же, мы тогда двигаемся с тобой дальше. Что ты, господи ты, боже мой, стакан твою налево тут. Да ёпарсы-то, ребят, извините. Кружка просто упала. Хорошо пустая была. Без напитков. Так, ну что, поехали дальше. Я просто и с панером захотел немножко
поработать. Так, ну что же. Я, наверное, тогда Джиггернаута буду отправлять, раз уж время есть. Блин, время-то есть, а... Вот этого только не надо, а. Эть! Сейчас похитит. Не успел, друзья мои. Он не успел. Хе, мелкий хмырь. Мы его успели уничтожить. Вот так вот будет с каждым, ребята, кто на нас покусится, верно? Ну. Эх, пришелец успевает, ребят, похитить. Ниндзя, если она одна, она не успевает его бомбануть, и он улетает во свояси, понимаешь, да? Вот. Так, а здесь у них прибавляется ползун. Друзья мои, так, квест тактик завершен. Не забывайте, что, по-моему, вот именно в этой битве будет на последнем этапе, когда ползун полетит вместе с пришельцем. И там такая будет фигня, потому что первым, по-моему, будет лететь пришелец, а следом за ним бежать ползун. И поэтому, если ты даже захочешь ползуна остановить, ничего у тебя не получится. Парадокс. Ой-ой-ой-ой-ой, вот. Вот, например, как сейчас вот. Это хорошо, что он пришельца похитил. Ой, ползуна. Ну. Оп, двоих сразу в клеточку. Вбахали. Да иди ты в пень. Он еще, ребята, его перетрансформирует. Давай, 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 Джаггер. Эх, ниндзя не успел, ребят, к сожалению. Да ты заколебал, блин, пришелец вшивый, блин. Ты достал, серьезно, тебе говорю, блин. Воблер еще тут лезет, надо это все прекращать, нафиг. Он опять Джаггер. И опять, ребята, он его это. А, ниндзя успела подбить, слава богу. Ниндзя успела подбить этого засыху. У нас все хорошо получилось. Но я все равно это похитил, а? Все равно разнесу к чертовой бабушке вон и... И вон и замок. Во что бы то ни стоило. Да, Джаггернаут, ты заколебал. Ты постоянно попадаешь в лапы этого пришельца дебильного. Кстати, ребята, у нас раньше клетка разве так выглядела? У нас же, по-моему, просто как черный фон был у клетки. А сейчас смотри, какие-то черепки на клетке появились. Так, ну что? Последний этап, к сожалению... Ага, лорд пустоты, ребята. Блин, я же говорил, что тут надо делать... Так, Ронин. Погнал. Погнал, блин. Да-да, именно вот про это я и говорил, друзья мои. Ну, здесь, как ты видишь, все благо у нас. Чух! Руби давай, колбасу их. Блин, если сейчас пришелец пойдет, это будет плохо, потому что он... Нет, этого-то пускай хватает, этого мне не жалко. Ядрен матрен. Так. Ребятушки, уж извините, но ведьму надо вызывать. Ты видел сам все. Ты все и так прекрасно видел. Без меня. Разнесли мы, короче, в хлам этого лорда пустоты. Армия бессмертных. Ну и все. Все, друзья мои.
прошли. И, кстати, по-моему, раньше не оставались руины. Раньше огонь. Или я что-то уже давно не играл, все позабыл. Наверное, все позабыл, ребят. Так, ну что, сундук у нас. Ох, лорды пустоты дали. Ну, у нас лорд пустоты, по-моему, есть. А, Санта. Это хорошо, ребят. Слушай, так мы, оказывается, с тобой уже идем в следующий портал. Я еще и квест завершил, странник. Так, ребят, ну что, у нас тут начинается территория нежити. Нефритовая долина. Территория захватчиков. Долина подданных и, опять же, нефритовая долина. То есть, две нефритовые долины будет здесь. Это не очень хороший знак, ребят. Почему? Ну, нефритовая долина, там тигры, там терракотовые бойцы, там вуджены, в общем, такие. Ой, сижу тут с вами, разглагольствую, блин. Нормально лупанул. Бесявые, конечно. Вот самое бесявое, ребят, если не успевать заразить твоего бойца, я имею в виду вот эти зомби, то при смерти твоего бойца рождается еще один зомби. Это, конечно, да. Очень бесявая фигня. Очень бесявая фигня. А в данный момент как узнать, что он отравлен? А потому что, ребята, у него отнимается здоровье. Как у него начинает отниматься здоровье, это значит, что он заражен постепенно. Так, 151 алмаз у нас. Так, ну что, мы двигаемся дальше. Вполне неплохо идем. Вполне неплохо, ребята. Так, тут будет когтисты 99 уровня. Ну, когтистый, да, немножко напрягает, конечно. Его очень хорошо, ребята, бомбит. Но этого сразу надо уничтожать. Нафиг, нафиг нам такие друзья, да? Вот голем против когтистого плохо идет. Потому что он, гад, пока, ну, смотри, у него очень-очень большой замах, ребят. Ну и плюс, да, естественно, головешку свою выкидывает. Это никуда от этого не денешься. Никуда ты от этого не денешься. Так, мне монетки отдайте. Голем, он сам по себе вроде бы как и мощный, ребята, но в плане ХП он не очень хорош. Точнее, не в плане ХП, а в плане силы, в плане атаки. Он выдерживает, ну, более-менее такую среднюю атаку. Но что-то разобрать такое, например, кто-то ему там встретится, довольно сильно там. Тот же самый паладин, он с ним заколебается, ребята, уничтожать его. Просто заколебается, вот и все. Вот я обожаю молотильщика, когда он так делает. Прям вот великолепно делает. И вот банши бесит. Вот, видишь, в стан загоняет. Начинает орать, а эти из-под тишка лупят. Поэтому здесь нам корни понадобятся. Самый, так скажем, корни вообще оптимал. Против зомби, да, против всех. Во-первых, очень сильно затормаживает противников. И во-вторых, наносит довольно неплохой урон. Так что недооценивать не стоит, ребята, корни. Да все, 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 тут уже, извини меня, служитель тьмы начинает высасывать здоровье у замка, так скажем. Все прекрасно, все хорошо, все идеально даже. Так, ребята, ой, вот это уже похуже. Здесь надо что-то другое, потому что здесь, блин, прыгун этот. С прыгуном-то, конечно... Паладин выдерживает у нас, да, прыгуна? По-моему, выдерживает, ребят. Ну, он очень лихо бомбит. Нафига я так сделал? Притянул, блин,
Можно было бы и без этих приключений бомбануть их. Оу! Твою налево. А если бы он сейчас был бы, ребята, в истерике, он бы разорвал бы всех бы. Да-да, я про прыгуна говорю. Да чтоб тебе, блин. Рэй, зачем ты так делаешь? Рискованно вот сейчас было. Вообще вот так вот в кучу их отправлять — такое себе, ребята, удовольствие. Вон он опять идет, блин. Естественно, он уничтожит. Но тут паладин, благо. Там паладин еще один. Ну и что это такое, блин? Вылетает игра, да? Ребят, зависло. Это не зависло, это VPN включил рекламу и переключился на рекламу. Ну давайте, ёк-макарёк, 37 секунд осталось. Мы еще даже не нанесли урона замку, блин. Бред какой-то. Двадцать, семнадцать, эй-эй-эй. Есть, успели. Фух, я уже думал, все. Да. Надо как-то, блин, поактивнее, ребят, поактивней. Так, ну что тут у нас, жнец? Я тогда переключаюсь, ребят, на наш отряд. На наш добрый, могучий отряд. Угу. Угу. Так, стоит ли мне выпускать? Давай, наверное, выпустим рыцаря. Я что-то думаю, что она быстрее сейчас станет, постоянно станет, ребят. Ну зачем вот вы все вместе-то в кучу-то идете? Ну идиоты, блин, просто идиоты, ребят. Давай влупим тогда уж. Да неужели она не выйдет? Жнец, я имею в виду. Он. Не знаю, друзья мои, что произошло, но он не вышел. Это его проблемы. А мы с тобой забираем нашу награду. Слушай, давно не выпадал нам зомби с надгробием. И тут выпал. Такс. Ай, Ронин, ребята, Ронин и... Ну вот, а я вам, ребята, говорил. Тут все зависит от того, кто кого. Кто кого? Кто кого? Давай, 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 щитобот, ну, оглуши ты его, блин. Угу. Хорош. Блин. Ты посмотри, что вытворяет, а? Ронин, ты заколебал уже просто в корень всех, а? Давай, 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 давай этого пеликану, блин, бомби. Есть. Разнесли, короче, мы замок. Пока все идет хорошо, ребята. Пока все идет хорошо. Второй этап у нас. И Ронин
Ронин, всадник на журавле и вот этот, ребята, терракотовый боец. Блин, я не... Меня ж напрягает вот это вот, ребята, миссии эти. Сейчас побежит псих-то этот. Блин, я ошибся, почему-то не побежал. Ну тут-то, конечно, вы молодцы. Устроились. Давай-ка так сделаем нафиг. Ага. Что, сразу в каменного, да? Как запахло с жареным, сразу в каменного, блин. Переходит. Ну давайте, ребятушки, ну поднапряглись ты чуть-чуть-то, ну что там? Ну, Палыч, ты готов? Есть. Сердечко тут выпало. В принципе, уже бесполезно. Ну что, идем дальше, ребята. Идем дальше. У нас третий этап. Ой, ё-моё. Да. Дух тигра. Он такой, ребята. Дух тигра. Ну вот, началось. Началась истерика, ребят. Все тут. Тут никак. Тут есть только, знаешь, что нам поможет? Друидка. Да? Как бы это странно не звучало, блин. А ну здесь надо делать хитро. Сейчас объясню, почему, ребят. Да иди ты в пень, блин! Так, мне главное, чтобы базу захиляли, а со мной мне по барабану. А куда Рудин-то убежал, ты видел? Ай, ребята, это был, конечно, кадр. Ронин взял и убежал куда-то туда, в другую сторону. Ну, в истерике, я имею в виду. Он психанул, в истерике убежал. Так, друидка, ты будешь хилять наш отряд? Да тебе и самой бы надо хильнуться, как бы. По здоровью-то ты посмотри, у тебя что? Вот, спасибо. Пошел хил. Слушай, хиляется-то довольно быстро и мощно. Нормально. Респект, друидушки, за это. Ну, про Ронина, конечно, это был кадр. Ронин бежал, мы его это испугали, он, короче, так сиганул в другую сторону. Я думал, что он потом вернется. Не, не вернулся, ребят. Сказал, да идите вы в баню, блин, со своими друидками там всякими. И побежал. Просто прикольно это выглядело. Так, ладно, шутки в сторону. Ну и чё? Блин. Ладно. О, вышел. Хныкало этот вышел, блин. Сюда, блин, все-таки успел. Нет, не успел, ребят. Я думал, что он подбил. Ну. Красава. Так им. Друидка идет тебе на помощь, арбалетчик. Алибарчик. Сейчас мы с тобой тут опять этот хныкал и вышел. Иди сюда, блин. Запарил ты уже. Хныкает он мне там. У нас столько карточек на всадник на журавля выпадает каждый раз, что если бы он у меня бы был бы не накоплен, он бы уже был бы накоплен. Раз в 10. Хыть-хыть-хыть-хыть. Вот тебе хыть-хыть.
3 арбалетчика, прикинь. Баллисты. Баллисты. 3 баллисты там бомбили бы. Там бы шанса бы не было врагов. Так, и последний этап, ребятушки. Тут. Тут у нас, да. Но. Блин, а у него в истерике сейчас выбежит. Ну, естественно, ребят. Ну, само собой. Успеем. Успел. Красотулька. Даже не радуйся, придурок. Сейчас все равно сляжешь. Вот так вот. Этого в труху. И лучше сделал. Ну, ведьма, это хорошо, ребята. Сейчас мы с вами поживимся, так сказать, лаврами. Опять этот хныкал вышел, а? О! Выполз. Да, 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 вот это, конечно, бесява, ребят, штука. Все, додулся, ветродувший. Посмотри, а. Давай, 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 давай. Заплевывай его. Молодцы. Все, пробили. Остальное, ребят, уже не так страшно. Красиво. Это было красиво, на самом деле. Ну что, забираем наш сундук. Понятно, это все у нас есть. Ну что, долина, точнее, территория захватчиков. Давай, почему бы и нет. Страж, конечно, бесявый тут. Страж бесявый, да. Поэтому нам, наверное, придется сделать так. Первым пойдет голем. А прикрывать его будет молотильщик, ребят. А сзади уже БФГХ. Фига. Можно вопрос, а кто это так сделал? А, это ты отталкиваешь? Так у тебя же вроде бы, насколько помню, шанс оттолкнуть минимальный был. А тут прям растолкался, прям. Погляди на него. Толкатель еще тот. Там мне нравится вот эта фигня какая-то. Напоминает мне, знаешь, кого? Рыба-скат? Не, не скат. Рыба-молот. Да. У которой глаза такие по бокам, знаешь. По-моему, рыба-молота же, да? Ну все, все, все. Разобрали даже. Не вспотели. Так, двигаемся дальше. Второй этап, друзья мои. Второй этап, и тут. Да то же самое, ничего страшного нету. Ничегошеньки абсолютно страшного здесь нету. Я вот, знаете, что? Я вот давно деда не вызывал. Может, деда позвать, а? Разобраться с этим пилоном. Почему-то он называется пчелиный пилон. Почему пчелиный, ребят, я ума не приложу. Если там какой-то хмырь сидит. Далеко не пчелка, согласись. Далеко не пчелочка. Ну-ка, дедушка, вот ты справишься, если вот я тебя сейчас выставлю против этих хламонов? Мне просто интересно. Если он, конечно, замораживать не будет. Вот гад, замораживает, блин. Что-то он там вообще жестко замораживает, мне не кажется? Вот этот хмырь. Ну, что-то вообще как-то жестко. Этот вот, как вот, толкатель, да? Не толкатель, ну ты понял, короче, защитник этот. Даже дед, ребята, не так легко его пинал. Я тебе скажу. То есть дедуля дает, как сказать, не дрозда, блин, а слабины. Слабины дает дедуля. Ну, его понять можно, ревматизм и все тому подобное. Кости уже не те. Руки трясутся, как говорится. Блин, бородавочник.
Твою налево, блин, бородавочника вот только не хватало нам здесь. Бесявый, если честно, очень бесявый. Бесит меня прям. Ну, где бородавочник? Пипец. А ты раньше, блин, не мог появиться? Чуть-чуть пораньше. Ну да. Дай-ка я так, наверное, сделаю лучше. Все, по ходу дела базы. Крышка. Да, у Рунина, конечно, атака. Если он почти половину здоровья снимает вот этому стражу с одной рубки, делай выводы. То есть чувак мощный, на самом деле, Рунин, со своей атакой. Так, ё-моё, ё-моё. Слушай, подожди, а я смогу, я успею? Успею, конечно. По щам надавать этим хламоном. Карточку, спасибо за карточку. Ну, и Рони начинает там лупашить. Я еще вот так вот сделаю. Жит. Блин. И думал, сейчас завалим. Не, нифига, ребят. Ну, сразу двоих. К праотцам. Ну, вроде бы как все, друзья. Вроде бы. Насколько... Блин. Сейчас глянем, может... Не, нету, к сожалению, ребят, энергии. А, нет, есть. Со жнецом. Ну, офиг ли делать? Блин, со жнецом. Против смотрителя, да? Блин, такой себе вариантик, ребятушки. Ой! Чё? Он что, этого раздавил, даже не поморщился? Я что-то не врубился я. Так, мне надо на жнеца, ребят, копить. А я тут баклуши, блин, бью. Да ладно, нифига себе. Я-то думал, что мы сейчас там это... А все вышло вообще на изи. И сундучок забираем. Ничего хорошего. Так, ребята, у нас... Долина подданных. Но долина подданных нам не дано сейчас поиграть. Нету энергии, друзья. Ну что же, тогда давайте на сегодня будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.